На новых моделях Triumph установлен концевой выключатель на крышке кожуха для автоматического отключения электродвигателя при открывании кожуха. Это существенно повышает безопасность при работе. На пилораме Triumph есть удобная фиксация подвижного ролика сверху. На старых моделях Altai 3 было необходимо подлезть под пилораму и поднять каретку выше среднего уровня для того, чтобы отрегулировать прижим подвижного ролика. На новой пилораме Triumph в базовой комплектации предусмотрены скрипты для очистки опилок с направляющих для более точного позиционирования пильной рамы при работе. На старых моделях Altai 3 применялась система натяжки ленты при помощи гидравлического домкрата со встроенным манометром. На новых моделях мы используем собственную заводскую гидравлику, показавшую себя как более надежную. Также по желанию клиентов мы можем установить винтовой натяжитель ленты. В остальном конструкция осталась прежней, однако мы продолжаем работать над ее совершенствованием. Применяя технологии лазерной резки и гибки, изготавливаем детали вращения на импортных ЧПУ станках, что помогает нам существенно снизить человеческий фактор при изготовлении пилорамы.